Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня мы рассмотрим вопрос, как установить течь газопровода в систему ГБУ. Автомобиль у меня Славута, но эта проблема может быть на любом автомобиле. Вот здесь видно, что газопровод пробит. Несмотря на то, что он в оплетке, все равно дырочка возникла. При этом попер газ и пришлось закручивать мультиклапан. Поэтому вентиль должен быть всегда под рукой. В случае необходимости его можно было закрыть. Газопровод у меня не медный, выполнен из пластмассы, поэтому легко устранить проблему. Для решения проблемы с газопроводом, так же как и с водяными шлангами, понадобится такая муфта, которая состоит из двух частей. Здесь идет обжимное кольцо, гайка обжимная и сама основная часть небольшими штуцерами под крокодильчик. Для начала берем острый нож и вырежем поврежденный участок газопровода. Газопровод режется легко, поэтому с этим проблем не будет. Вот поврежденный участок газопровода. Видно, что он давно терся. И наконец-то протерся. Такая проблема легко устраняется. Вот отверстие видно небольшое, но тем не менее газ шуровал хорошо. Теперь одеваем на газопровод гайку зажимную, обжимную шайбу острым концом туда, до среза. И начнем одевать ниппель. Потихонечку затягиваем обжимную гайку. Здесь нужен ключ на 15, у меня такого стандартного нет, поэтому я буду использовать обычные разводные ключи. Одним ключом придерживаем центральную гайку, а вторым затягиваем обжимную. Затягиваем почти до конца резьбы, чтобы хорошо обжалась труба. Вот одна сторона закреплена. Делаем то же самое со второй частью газопровода. И соединяем обе части газопровода. Опять же придерживаем от проворачивания центральную гайку. И другим ключом затягиваем обжимную. В итоге получилось такое соединение. Теперь необходимо сделать мыльную пену и проверить все стыки на герметичность, включив газ. Откручиваем вентиль мультиклапана. Для проверки герметичности газопровода я использую пену, получаемую из раствора моющего средства с водой. Можно использовать обычное мыло. Хорошо промазываем соединительную муфту на предмет пропускания газа. Также проверим газопровод рядом. Вроде бы никаких проблем нет. Для того, чтобы убрать газопровод от амортизатора, необходимо открутить этот болт и завести газопровод туда. В этом случае не будет контакта и никакого лишнего трения. Теперь контакта не будет с амортизатором. Теперь газопровод защищен пушкам крепления бензинового бака, и контакта с амортизатором не будет. Герметичность газовой магистрали восстановлена, и можно выезжать на дорогу проверять, как работает система ГБУ. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео о том, как ликвидировать своими руками утечку газа на газопроводе автомобиля системы ГБУ. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!